Уникальный завод по производству ядерного топлива в Казахстане откроют в 2019 году. Об этом сегодня в Астане заявил глава Казатомпрома Галымжан Пирматов, подводя итоги работы за уходящий год. По его словам, для нового предприятия уже определен рынок сбыта. Завод по производству тепловыделяющих сборок – это один из прорывных проектов Казатомпрома. Высокотехнологичная продукция используется в качестве топлива для атомных электростанций. Предприятие будет иметь гарантированный рынок сбыта на годы вперед. На базе Ульбинского металлургического завода совместно с китайской компанией CGNPC реализуем крупный проект. Создаем производство тепловыделяющих сборок для китайских атомных станций с мощностью 200 тонн в год. Мы ожидаем запуска производства в 2019 году. Компания активно развивает сотрудничество и с другими партнерами. С крупнейшим производителем урана, канадской корпорацией «Камика», подписано соглашение об увеличении доли «Казатомпрома» в совместном предприятии «Инкай» с 40 до 60%. Немаловажное значение уделяется автоматизации, цифровизации и роботизации производства. На предприятии «Казатомпром Сауран» мы установили роботизированный комплекс, который самостоятельно выполняет все необходимые действия по загрузке и упаковке готовой продукции в контейнеры. Это позволит автоматизировать систему сбора и анализа данных по всему участку, исключить человеческий фактор и обеспечить комплексную безопасность на производстве. Операционная прибыль «Казатомпрома» в этом году, как ожидается, составит примерно 46 миллиардов тенге. Зарабатывая, нацкомпания не забывает и о социально-экономическом развитии регионов. Только за последние несколько лет в бюджеты Южно-Казахстанской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей было перечислено около 6 миллиардов тенге. Хараджи Румбаев, Айдос Меделбеков. Итоги дня.